Первое, что как бы вот определялась болезнь, это вот сдал анализы, и получилось так, что увеличенный ПСА. И мы начали консультации, как бы искать методы, которые действительно позволят прекратить или вообще заглушить эту болезнь. Мы много прошли консультаций разные, ну вот, и нас привело сюда. Все равно было много сомнений. Сложная операция. Нестеров нам, знаете, аура от него хорошая исходит. То есть вот врач, которому хочется доверять, просто вот хочется доверять. Врач вот с большой буквы этого слова, понимаете? То есть если в анекдоте говорят, есть врач от Бога, есть врач не дай Бог. Вот это как раз врач от Бога. Медицинский центр, в котором он работает, все на высшем уровне. Нестеров на высшем уровне. На второй день встал и ходил, и нормально все. И вот эта реабилитация, как-то она быстро прошла. Не то, что там какие-то нюансы там были. Вот именно вот этот вот период и завораживает, что это быстро прошло. Можно сказать, покопались в тебе там. И приходишь, как бы после операции, ходишь, и все это нормально. Это просто как-то удивительно, фантастика и все это прочее. Ну, я послушал Нестерова, оценил все результаты после операции, и получилось так, что благодарен всему то, что со мной произошло, и мной занимался этот человек. Во-первых, минимальные швы, минимальные. В общем, не было никаких несогнений, то есть настолько все аккуратно, настолько все, я не знаю... Ну, доброжелательность – это вот отношение к пациенту. Отношение, вообще, да, на высшем уровне. Были вопросы, можно было звонить, и, наверное, среди ночи тебя проконсультируют. То есть это вот настолько приятно, отношение врач-пациент. То есть не было такого, подождите, я вам перезвоню, и не перезванивают. Нет, такого не было. Вот человек сидит, который вот действительно это все вот со мной произошло, со мной человек... профессор сделал операцию, и все, я благодарен, и, не все, знаю, тысячу раз 5 дней, благодарен, да? Да, и вот какие-то прошли там 7 дней, я вот, видите... 7 дней уже сняли швы, все, я, реабилитация прошла просто великолепно.